Долина славы, друзья. Во время Великой Отечественной войны здесь остановили фашистов наши солдаты. Вот слева стоит мемориал памяти. Каждое 9 мая тут собирается народ. Долина славы. Мемориал стоит. Пушка. Еще вот там дальше еще один мемориал. Ну и вообще, как бы вот тут едешь со стороны Заполярного, со стороны Никеля, очень много солдатских могил, даже неизвестные там солдатские могилы, различные высоты, которые отстаивали наши солдаты. Так что вот так. Бои тут шли вообще жесткие у нас на севере. Вечная память героям.